Всем привет! Привет, мои друзья и подписчики, и не только подписчики, и не только друзья. Сегодня у меня вот новая посылочка. Решил ее открыть вместе с вами. Открою с вами, расскажу, что здесь. Открываю сегодня моим боевым ножом Бакер. Кстати, напишите в комментариях, если вдруг интересно, могу про него тоже рассказать, про этот нож. Но у меня он в эксплуатации уже больше года. И вот нож очень достойный. Сейчас стоит не так уж и дорого. И сейчас посмотрим. Вот такая штукенция у меня сегодня. Airlux. Ну, по заявлению продавца, магазина продавца, это умная лампа, смарт-лампа. Покупал я ее в магазине Banggood, banggood.com. И ссылочку, естественно, я размещу внизу в описании. Ну, может быть, где-нибудь здесь вот еще добавлю, если получится. Вот. В общем, такая вот лампочка. Что у нас она умеет? Я сейчас сразу и покажу. Хорошо сидит. К счастью, дошла целая, хотя была упакована просто обычный полиэтилен. Так, ну, коробочка, как всегда, на выброс, нахрен не нужна. Здесь, получается, идет специально бумажечка с QR-кодом. Хотя, вот, ну, короче, вот я покажу. Специально подольше додержу. Это для Android-приложений. Можно еще в Google Play набрать Magic Light BLE. Я так и сделал. Я уже установил на телефон себе такое приложение. И также на Android можно вот так вот поставить, допустим, на стоп-кадр считать. Или же в App Store ввести Magic LED Light V2 и скачать. То есть уже хорошо то, что приложение от производителя есть в Google Play и в App Store. То есть это уже о чем-то говорит. Лампочка у нас от фирмы... выкинул коробочку. От фирмы Airlux. Ладно, не буду ее выкидывать. Вот такая вот лампочка. Тяжелая. На удивление тяжеленькая такая. Но она все-таки заявлена как умная лампочка. Сейчас посмотрим, насколько она умная. Что она может. Так, сейчас, чтобы не укатывалось. Приготовил я ей светильник. Вообще, для чего бралась эта лампочка? Сейчас я делаю ремонт у себя дома, в одной из спален. И предполагалось, что данная лампочка будет у меня и как ночник, и как для создания атмосферы. Скажем так, световой. Ну, начитался я много всяких таких статей, как бы решил, что специально сделаю одну из лампочек, такую, которая может светить разным цветом. Кстати, еще про что скажу. Вот это вот изготовление у нее, прям смотрю, очень хорошее. Вот здесь металлический, видать, алюминиевый или дюралевый радиатор, специально для отвода тепла. Вообще, изготовлено качественно. Здесь вот эта пластиковая крышка. Крутится. Попробую, может, откручивается. Нет, не откручивается. Не откручивается, но снимать я ее не буду, а то еще что-нибудь поломаю. Поэтому что там внутри находится, я не скажу. Вот есть у меня такой светильничек. Цоколь лампочки стандартный, E27. То есть это размер, который привыкли мы все использовать в странах СНГ, постсоветском пространстве и так далее. Так, что видим? Включили просто лампочку, она загорелась белым светом. То есть, как обычная лампочка. Берем телефон. Сейчас я эту лампу отверну, потому что иначе вообще ничего не видно будет. Берем телефон. Приложение у меня уже установлено. Запускаем приложение. И уже видим, у меня Bluetooth был включен, что... Так, я, наверное, вообще отверну лампочку, иначе плохо показывает. Вот, уже видим, что найдено
одно из устройств. Я так понимаю, можно добавлять несколько. Так, вот, можно дать имя этой лампочки. Так, ну она у меня одна, ладно, как-нибудь так. Вот, и теперь смотрим. Что видим? Видим, что можно цветами. Warm, холодная, custom. Что-то, короче, можно. Так, сейчас у нас открыта вот эта спектрограмма, цветограмма, и на ней стоит в центре. Теперь попробуем вот так вот шевелим, и если обратим внимание, то на фоне лампочка себя ведет точно так же, как светит точно тем же цветом, на котором я выбрал, ну, на котором у меня указывает крестик пальцем. Как видим, управляется очень-очень шустро. То есть вводим, и она сразу такая тык-тык-тык, и следом сразу меняет свой цвет. Никакой задержки, никакой задумчивости. Вот, кстати, еще можно яркость регулировать. То есть вполне можно делать поярче, поменее ярче, скажем так, потусклее, значит, и выбрать нужный цвет. Вот как ночник или как именно просто подсветочка какая-то, уже интересно. Дальше, что еще может это делать лампочка? Оттенки. Warm. Не знаю, чем это означает. Вот, по шкале вожу пальцем, и она, так, ну-ка, нет, все равно, то есть она желтым, это скорее всего теплый холодный свет в нужном оттенке, то есть это когда нам надо ярче, тише и так далее, то есть это. Или может быть просто-напросто отдельная яркость без чего-либо. Скорее всего, даже так, да. То есть можно нам яркость уменьшить, яркость добавить. Это, скорее всего, просто подсветка, как ночник. Вот. Теперь получается функции. Это что такое? Здесь пока непонятно. Здесь можно какие-то свои пульсации. Ага, все, понял. Видим, она пульсирует зеленым. Вот. Выбираем Blue Gradual Change. Пульсация. То есть скорость пульсации. Чаще. Медленней. А вот режимы. Вот режимы, получается. Все, понял. Так. То есть вот она слегка моргает. Red, green. Вот красно-зеленый, по идее, должен быть. Так и есть. Так, ну ладно. Теперь пункт музыка. Вот так. Разрешить. Выбрать музыку. Так, ну-ка сейчас мы какую-нибудь. Так. Блин, еще б не попасть на. Ну ладно. Надеюсь, нет. Блин, плохо. У меня на телефоне музыка вся идет. Не сказать, что купленная. Да и к тому же ее на ютубе нельзя выбирать. Ну как, использовать. Так, ладно, попробую какую-нибудь наобум. Вот такую вот. Confirm. Ну-ка. Ничего не происходит. Громкость у меня на всю стоит.
Так, ну с этим надо будет разобраться. Выбираем. В это время это моргает, ладно. Please select music. Так, блин. Это, конечно, задачка. Нет, что-то происходит. В общем, наверное, скорее всего, под музыку эта лампочка ведет себя как светомузыка. То есть под классическую она красно-зеленым моргает, под нормальную она там тоже красно-зеленым моргает. Что-то, короче, непонятно. Так, сейчас еще раз попробую. В общем, что-то в этой программе недоработано. То есть я нажимаю play, и музыка не играет, может быть. В общем, вот такая вот интересная лампочка. Работает она через Bluetooth. Работать можно с ней, включать через телефон, через планшет, то есть через любое устройство на Android и iOS. И как у производителя, значит, написано, что iOS от 6 версии или позднее. И главное, чтобы была в устройстве было Bluetooth 4.0. А на Android это должно быть также Bluetooth 4.0 и Android от 4. Ну, Android версия 4.3. Вот. В общем, ну это. Это, наверное, все, что сегодня могу и хочу, ну, и могу рассказать про эту лампочку. Сам еще попозже немножко с ней разберусь, повожусь, посмотрю, что, за что отвечает пункт музыка. Обязательно напишу текстовый обзор. Не забудьте внизу странички посмотреть в описании, ссылочку на него. Там она будет, ссылочка будет размещена. Тоже можно будет почитать. Там же размещу ссылки на скачивание программы для этой лампы, на всякий случай, вдруг у вас, ну, недоступен Apple Store там или Google Play, ну, лишним не будет, я думаю. Вот, ну и в общем-то все, на этом весь обзор, на этом вся распаковочка. Спасибо большое за внимание, обязательно не забудьте подписаться вот тут, а вот, и как всегда приветствуются комментарии, приветствуются вопросы, с удовольствием на них отвечу. И всем пока!